С начала года оказание медпомощи осуществляется одноканально через систему обязательного медицинского страхования. В будущем году в этой сфере произойдет еще одно важное изменение. Введено дополнительное финансирование паллиативной медицины, то есть помощи неизлечимым больным. По словам Михаила Ратманова, это позволит увеличить число мест в хосписах в 2 раза. Раньше со своей бедой больные оставались, что называется, наедине. Но это возможность помочь не только раковым больным. Есть очень много тяжелых, одиноких, больных с неизлечимыми заболеваниями в конечных стадиях, например, сердечно-сосудистых заболеваний, когда уже стационар помочь не может. Мы вынуждены их брать в стационары, но мы этим лишаем иногда возможности пролечиться тех, кому реально можно помочь. Поэтому вот эти паллиативная помощь, она тоже будет сейчас финансироваться.